Родился 21 июля 1977 года в городе Новая Каховка Херсонской области Украинской ССР. Старший брат, Андрей Носков, актер, в школьные годы занимался в музыкальной школе, танцевальном кружке. Активно участвовал в жизни школы. В 1992 году, в возрасте 15 лет, Илья приехал в Санкт-Петербург в гости к брату Андрею, который в это время учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии имени Н.К. Черкасова, ныне РГИСИ. Илья попробовал поступить в этот же институт, и поступил. Только когда закончились экзамены, выяснилось, что Илья еще не имеет аттестата о среднем образовании. Тогда было решено, что он будет учиться в вечерней школе и параллельно посещать занятия вольнослушателем в ВУЗе. Через год Илья, получив аттестат о полном среднем образовании, был зачислен на второй курс в мастерскую А.Д. Андреева.